В Тюмени, Тобольске и Луторовске проходит подготовительный этап чемпионата «Обилимпикс». Напомню, он организован для особых ребят. Соревнуются школьники, студенты и молодые специалисты с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. От Тюменской области 41 конкурсант в 20 компетенциях. Так, Сергей Деточкин выступает в категории «Поварское дело». А по условиям за 2 часа он должен приготовить 2 сложных блюда. Очень хочется посоревноваться, побороться, и хотелось бы увидеть своих соперников. Елизавета Скрипченко выступает в компетенции дизайн персонажа. И за 4 часа девушка с помощью анимационных программ должна создать и оживить героя мультфильма. Пройдет ли она в финал, пока неизвестно. А вот Полина Мингазова уже в списке. Она отличилась в карвинге, искусстве художественной резки овощей и фруктов. Слезы были от счастья. Я буду защищать честь Тюменской области, для меня это важно. Этот чемпионат несет за собой еще и материальное вознаграждение. Довольно серьезное. Это, конечно, важно и студентам, а для школьников это вдвойне важно, потому что у многих это их первый честно заработанный своим трудом заработок.